Ребят, всем привет! С вами Алекс, это Marvel Битва Чемпионов, и это очередное открытие на моем аккаунте. Надеюсь, оно будет хорошим, надеюсь, оно будет удачливым. Также хочу сказать, кому нужна помощь в прохождении сюжеток или сложного контента, пишите мне в ВК, либо в Телеграм. А мы начинаем. У нас достаточно много кристаллов, будем открывать, наверное, самые интересные, все остальные я оставлю для усилков. Единственное, откроем кристалл дружбы, вдруг выпадет титул. Нет, титул не выпадает. Я не знаю, как 25 раз его отсюда собрать. Ну, как есть. Так. 7 ежедневных кристаллов. Давайте их откроем, мало ли. И что это? Гениально. Так, это технология. Это способности. Это базовый. Называется «Сиди, гадай». Хочешь знать — сиди, гадай. 4-5. Нет, это неинтересно пока. 4-звездный. Magic. Огонь. 99. Я думаю, что мы откроем 5 5-звездных и 1 6-звездный. Так. Давайте эти откроем. Я хочу очень сильно новых персонажей. 5-звездных. Ну и 6-ку, естественно. Так, абсолютный. Давайте мы их все откроем. Откроем с кнопки. О, 4-звездный. На удивление. 4-звездный Моралес. Уже неплохо. Еще был там... Так, тут два... Это можно не открывать. Потом все равно открывать нам. Так, два абсолютных. Вот тут стандартно. 2 3-звездных. 2 3-звездных. Все стандартно. Никаких проблем нету. По-моему, тут больше нам ничего не осталось открыть. Сейчас посмотрим. Да, 2 таких откроем еще. Я не знаю, что у нас тут по осколкам. По осколкам 22 тысячи. Как раз вот благодаря открытию вот этих абсолютных нам и хватило. Так, открываем. 11 штук. Ну. Новых 0. 99, 99. 99. Похоже, все будут сейчас 99, да? Нет? Да. Отлично. Все у нас с белым кулаком. Кристаллы с белым кулаком. 11 штук. Сколько у нас? 49. 900. Ну, как раз. Сейчас мы их откроем. Там, по-моему, будет 13 штук, и нам хватит. Но прежде мы откроем 4-5. Посмотрим, что у нас отсюда выпадет. Шанс тут, по-моему, 20%. Я отсюда хочу из 5-звездных, ну, любого, либо Верховного Симбиота, либо Старка, наверное. Ну, кабам, пожалуйста, ну, дай что-нибудь топовое. Моралес, Гоблин. 5. Майлз Моралес. Да. Да. Конечно же, отсюда выпадет... Ну, все, мы набрали уже, да. Конечно, отсюда выпадет 4-звездный. К сожалению. К моему глубочайшему сожалению. Так. Коронный камень зачем-то упал. 3500. Ладненько, ребят. Давайте... покупать 5-звездный. Чуть было избранный не купил. Так. Мне надо, я посчитал, 3 дубля. 3 дубля, 3 дубля, чтобы открыть 6-ку. Учитывая то, что... Простите, у меня 3... Ой, нет, не 3. 15 нету 5-звездных. Скорее всего, 3 дубля я тут насобираю. Дай бог, один будет новый 5-звездный. Но это прям, мне кажется, будет счастье, если будет один. Да, начало было неплохое там. Вижу и килька. Ну, кабам, порадуй меня чем-нибудь, пожалуйста. Очень прошу. Вот Синистер был. Омега, Тор. Тор дубль. Ну ладно, это первый дубль Тору. В принципе, на будущее, может быть, когда-нибудь на 5.65 ради престижа и качну. Хотя непонятно, когда введут 3.45 уже... 6-ки. Непонятно. Ну ладно.
Торн нормально. Первый дубль неплохо. Откроем второй кристалл, и нам падает дубль кепки. Кепка хорошая, да, топовая. У нее как раз в дубле открывается способность к несокрушимости. И при хорошем дубле она будет очень длительная, самая длительная в игре. То есть, в целом, тоже неплохой дубль. И нам остался один пятизвездный дубль до шестерки. Ну, естественно, я думаю, будет их 5 дублей. Вряд ли что-то новое выпадет, но было бы неплохо. Дайте хотя бы старку дубль, что ли. Опять хавок! Опять хавок! Ну, неплохо. То есть нам сыпят вообще прям вот самые топы. Правда, не особо это важно, но неплохо, ладно. Пусть будет 40 коронку у хавока. Все, мы насобирали на 6-звездные, насколько я понимаю. Да, у нас все, есть уже 6-звездный. Волноваться об этом уже не стоит. Ну и, может быть, ну давайте левой рукой попробую. Может быть, лучше будет. И, ну что-нибудь, кабам, ну дай что-нибудь хорошее, ну новое. Ну какой... Какая гиля? По-моему, кстати, тоже открыли ей коронку. Если я не ошибаюсь. Или она была уже 20 там была. Да, 40 стало. Ну, то есть, говна вообще нету. Но прям, ну вот совсем не то. Да. Я хотел, конечно, сильно получше. Так. Ну, кабам. Давай, последний кристаллик, последний. Я в тебя верю. Пожалуйста, дай что-нибудь топовое. Останавливаем. И нам падает... Ну, новый. Только сказал, говна не было. Выпал зверь. А, кстати, я не знаю, дубль был, нет? А, был. Ну, как я и говорил, в принципе. 5 дублей. 5. Новых 0. Кепка супер. Хавок вообще шикарно тоже. Хотя он уже был в дубле, но все равно. Тор. Нормальный дубль. Гиля и, конечно, зверь. Ну, хреново. Но все равно. И сколько у нас? 10600. Учитывая, что скоро новый Альтрон, да, ну, я так называю, переиздание третье. Шестой акт. Посмотрим, как будет. Еще наверняка третья глава, тоже там в сентябре будет. Тоже осколочки будут, там может быть даже за прохождение будет. Целый шестизвездный, я в это, по крайней мере, верю. Посмотрим, как будет. Так что я думаю, что может быть даже через месяц-два мы уже точно откроем новый шестизвездный. Плюс, надеюсь, Элель закроем. Посмотрим. Так, тут у нас вроде ничего нету. Ну, можно за вход открыть. Бесполезно болтается. Понятно, что тут ничего интересного. Пятизвездные, как обычно, дубли. И нам остается... Давайте откроем два гроссмейстера. Ну, вдруг чудеса случаются. И... Кроусбоунс. Да. И это фигня. Анигилус. Да. Кстати, а вы заметили? 330 было осколков. А я не понял, а почему? 275 за дубль же. Очень странно. Может, они что-то изменили? Я, конечно, пересмотрю этот видос, но... Мне показалось 330 пятерки. Может, это визуальный баг, конечно. Но что-то странное. Напишите в комментариях, у кого-нибудь было такое или не было. Ну, ребята, давайте. Переходим к самому интересному, к шестизвездному. Конечно, хочется нового. Я даже согласен на белого Дэдпула. Он, в принципе, для шестого акта очень неплох. Я уже боюсь. Последнее открытие с домино было ужасным, поэтому я уже боюсь что-то говорить. Ну, дай мне что-нибудь хорошее, пожалуйста, только не дубль. Да, килька! Да!
Я хотел кильку очень. У меня нету пятерки, мне дали шестерку. Да! Ура! Ну, наконец-то, топчик! Наконец-то, супер! Да! Да, да. Супер, ребята. Вот это топовое открытие. Вот это, наверное, лучшее открытие. Ну, ладно, одно из лучших открытий, потому что Эмма Фрост тоже классная. В принципе, кильку можно и на второй ранг, я думаю. Единственное, то, что у меня цвета нету, потому что я Эйгона апнул. Но килька шестизвездная, это прям супер. Ребята, я прям рад. Вот вообще супер. Наконец-то второй хороший, топовый, шестизвездный чемпион у меня появился. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем хорошего дропа и удачи. Всем пока-пока.